Добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня мы будем монтировать теплицу английская. Получается комбинированная легенда 4 метра шириной и легенда 3 метра шириной. 3 метра это получается вход, предбанная зона такая. Вот. Фундамент у нас составляет длина 9 метров, ширина по торцам 4 метра и входная группа 3 метра ширина. На данном этапе будем сейчас распаковывать и собирать каркас. Собрали мы каркас. Также каркас закрепили к фундаменту с помощью анкеров. Начали сейчас делать отливы по периметру. Такого образца. Оп. Далее будем на стены накручивать базу, везде прокручивать и крепить стекла уже стеновые. Получается у нас входная группа от легенды 3М. Будет устанавливаться пластиковая дверь и опускаться вниз еще. То есть высокая будет дверь. По торцам вот эта часть уже от легенды 4М. По торцам будет устанавливаться форточка, что в одном торце, что в другом. Будем сейчас продолжать обшивать торцы и одновременно заниматься крышей. Также будут подготавливаться форточные блоки. Первая, вторая секция. С другой стороны также первая, вторая. И посередине еще два блока. Продолжаем наш монтаж. Прикрутили базу. Сейчас мы уже стены обшили стеклом. Забили крышки. Ну и дальше подготавливаем уже крышу. В таком же плане сейчас будем накручивать базу, наклеивать ленту и уже забивать крышками. Как я вам рассказывал, закончили мы прикручивать базы на крышу, также примыкание. Положили стекло, также захлопнули крышки. Далее ребята уже укладывают стекла. В этом проеме будет форточный блок, как я рассказывал, первый, второй. Потом глухой, опять форточный блок, глухой форточный блок. Ну, в общем, 5 будет форточных блоков. Будем перекрывать стекло. Сначала в одну сторону, и потом уже перейдем на струю. Монтаж до конца доделали перекрытие теплицы. Также установили алюминиевую дверь в входной группе. В других торцах форточки алюминиевые, как в одном, так и в другом. И форточные блоки на термоприводах. Пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня мы производили монтаж теплицы под названием «Английская». Состоит она из входной группы «Легенда 3 метра шириной» и основания «Легенда 4 метра шириной». Как вы видите, входной группе установлена алюминиевая дверь. Еще порог будут делать. Также в этих торцах форточки алюминиевые для проветривания. Все покрашено в цвет. Форточные блоки для проветривания на термоприводах. Получается 1-2, половинка-половинка, 3-4, ну, 6 штук.
были прикручены также укосины, чтобы каркас сохранял диагонали, не шатался сильно. Крепились мы к фундаменту с помощью анкеров. Входная группа, как вы видите, была соединена фермами такими, что трешка примыкания четверки, что четвертая. Также, если посмотрите внимательно, арка идет и сделана, получается, видимость арки, также из трубы 40 на 40 с усилителем. Здесь также вот идет видимость арки, но уже без усилителя, так как не требуется, да и красивее там будет. Так, также этот угол сделан из профильной трубы 40 на 40, и две трубы, и были сварены между собой для жесткости. Ну, в общем-то, вот такая вот тепличка получилась. Если есть вопросы, пишите комментарии.